Так. Хорошая, Александр. Хорошая. Не дадим, Семенович, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут. Саш, вы думаете обо всех, и о Европе, и о всей планете. Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся этим. Будем работать. Опа. Хорошие дровишки. Елка, она такая тягучая. Тягучая. Ну, слушай, Европе не выбирать сейчас. Елка, березка. Ну, главное, чтобы тепло было. Да. Жара надает. Надо подумать, Семенович, да. Как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моровецкий не замерзли. Не замерзли? Да, ну что ж. Ну это ж наши соседи. Да, может, одумаются.